Всем привет. Это 6:30 утра 2 мая. Приморозило. Будем пытаться сегодня скататься куда-нибудь на рыбалку. Это у нас 2 мая. Ну что, машина заведена, греется. Можно отправляться в путь за друзьями. Да. Вот. Всем привет. До встречи уже, наверное, на озере. Хотя, конечно, хотелось бы снять и дорогу, как мы туда попадаем. Все, экипаж в сборе, все тут на месте. Последняя поездка, в смысле крайняя поездка, да, на да, лед не говори такого никогда. В этом году. Завершение сезона. Закрытие. Зимней рыбалки. Ну вот мы на отворотке с М8 на Слободское. Будем посмотреть, что за дорога. Вначале вроде ничего. Ледяная. Что будет дальше, посмотрим. Эх, сегодня опять рожа загорит. Такая примерно дорога. Полный привод. И страшно. Преодолевает. Но вначале были глубокие ямы до сотов. Похоже, что как будто специально, чтобы на даче люди еще пока не ездили, потому что в стране карантин. Вот. Поэтому от дороги отъехали 6 километров. Но есть места и похуже. Сейчас Андрюша вам снимет. Полный привод рулит. У вас за кадром. Да-да-да. И блокнотом, а то и с переметом. Сквозь огромные воды мы прошли. Вот уже получше пошло. Как бы. Всем привет. До сих пор едем. А, рулим дальше. Да. Опять маленькая бяка. Да. 8 километров от асфальта. Осталось 5. Мы прекращаем наш репортаж. Да. GoPro стоп видео. Что самый последний километр был самый плохой. Это я уже развернул машину в сторону дома, чтобы потом не вертеться. Так. Вот. Смотрите, видно, что понаезжено, но мы не будем рисковать. Возьмем саночки и прогуляемся, да? Все, всех ждем на льду. Ну вот мы и пошли. Сегодня они рискнули ехать, хотя видно, что катаются. Это вот такое место, из-за которого лучше сюда и не суваться. Стащит, насидишься. Не, не сейчас, а потом, после обеда, когда будет плюс 6 градусов. Так что
есть где приключения пережить. Снова нас встречают жители сказочной деревни. В этом году это, наверное, наше последнее ледовое побоище. Сейчас смотрим выход на лед. Что нас ждет? Все, пока. Вроде нормальный выход. Так. Обратно, конечно, может быть, будет идти сыро, но пока выходить можно. Она вот и нет солнца.